Добрый день, меня зовут Константин. Я хозяин пекарни. Мы открываем на станции Виноградова новую пекарню с очень необычным хлебом. Такого хлеба в нашей стране можно мало где купить, да и во всем мире. Мы печем хлеб на очень специфической муке. Это биомука из хозяйства Шугурова, подтвержденная сертификатами, которая выращивает рожь и пшеницу по беспахотной технологии без применения удобрений. Хлеб на сыворотке, на шугуровской муке, ну, естественно, на закваске. Никаких дрожжей мы не применяем в выпечке. Хлеб у нас ржаной. Это основной наш продукт, который из цельнозерновой муки, из шугуровской, на сыворотке, на закваске испечен. Кроме этого, у нас есть еще очень необычный хлеб. Хлеб, который едят даже космонавты. Едят люди на Крайнем Севере, где тяжелые условия труда, очень обогащенные витаминами. Это специфический хлеб с добавлением муки из топинамбура. Это очень полезно детям, людям с хроническим заболеванием, с различными. Он идет просто как вот комплекс витаминов. Этот хлеб можно есть, если есть каждый день, то потребность во всех минералах и витаминах самого человека он покрывает. Мы выпекаем еще пряники. Эти пряники медовые по старинным русским рецептам. Это настоящий русский пряник. Не тульский, а русский. То есть он печется на меду с добавлением всех специй. Значит, и с заварным тестом он делается. Кроме этого, у нас есть пищевая печать, и мы можем изготавливать еще пряники с пищевой печатью, с любой картинкой. На день рождения, на свадьбу, на Новый год, с фотографией, без фотографии, что угодно. Отдельный вид продукции, который мы производим, это очень необычная русская кухня. И здесь вот представлены образцы. Это перепечи из печи и курник. Мы планируем организовать доставку по Воскресенскому району. То есть в ближайшее время вы увидите рекламу, в котором будет наш телефон, и как можно заказать, и сколько стоит. Это очень уникальный продукт старинной русской кухни, необыкновенно вкусный. Мы приглашаем партнеров и готовы работать и сотрудничать с любыми магазинами, с кафе, с фастфудом, с кем угодно. То есть мы можем поставлять хлеб в рестораны, потому что в ресторане люди там стараются заказать вкусную еду, а хлеб у них обычный. А у нас хлеб очень необычный, ржаной, пшеничный, то есть он под стать.